На Мінщині працягваецца дабрачынная акцыя «Цуды на каляды». Вучні з усіх установ адукацыі района рыхтуюць падарункі для дзяцей. Старшакласнікі Капыля таксама далучыліся да добрай справы і стварылі свята хлопчыкам і дзяўчынкам сацыяльна-педагагічнага цэнтра. Падрабязнасці ў Алесі Івановай. Маша и Полина – семиклассницы, вучаницы 3-й Капыльской школы. Яны активно занимаются волонтерством. До чаровной акции девчонки долучились охотно. Дарить теплыню, увагу детям, яким это особливо необходимо. Хочется помочь таким же детям, ведь не знаешь, в какой ты ситуации окажешься тоже. Сделать все другим детям приятно. Артему 14. У социально-педагогичный центр он трапил с братом и сестрами тыдень тому. Не глядя на то, что гэты Новый год он будет сустракать без батьков, от свята чакая цуду. Я люблю этот праздник, ну, он лучший. В Новом году не главное подарки, главное удовольствие. Для Ангеліны гэты Новы год таксама будзе асаблівым сярод новых сяброў. І кожнага абавязкова чакае навагодні падарунак. На гэты раз карысны. Я люблю праздник, падаркі, которые даюць на этом празднике. Што ты сёння получила? Кніжку, бумагу, карандашы, краскі. Я загадаю Деду Морозу касметику. Усяго у сацыяльна-педагагічным цэнтры жыве 8 дзяцей з 3 сем'яў. Зараз дзеці адаптуюцца да новых умоў. Рождество – это время чудес. Необыкновенного чуда на Рождество ждут не только взрослые, в особенности его ждут наши дети. Мы благодарны всем неравнодушным людям, которые приняли участие в акции «Чудеса на Рождество». Символ акции – червоные рукавички. Яны адлюстровывают імкненне мясцовых жыхароў, атуліць клопотам и увагой у всех детей, які маюць патрэбу в допомозе. Особливо на перададні калядаў и Нового года. Сёлета да акцій далучылася больш за 20 школ Капыльскага района. Вучні разам з бацькамі рыхтуюць спартыўны інвентар, канцелярскія тавары, цацкі і кнігі. А пасля гэтыя падарункі адправяць да сваіх адрасатаў. Гэта спамагательная школа, інтернат, координационныя цэнтры, дзеці, малаабеспечаныя сем'і. Гэта сем'і, в которых мама или ребёнак являецца інвалідамі, которые помогают государству и наши акции. До речи, другая школа Капыля штогод удельничает у акции. Амаль 600 вучнев подрихтовали для детей канцелярские приналежности и цацки, а потом усе разом святочно оформили. Часть собранных подарков мы отнесли в центр коррекционно-развивающего обучения, а остальные мы отнесем в социально-педагогический центр Копольского района. Мы хотим, чтобы все-все дети нашей страны получили подарки и поверили в чудеса. Дети сами приносили те канцелярские принадлежности, которыми они, может быть, не пользовались, которые у них остались после того, как их родители собирали к новому учебному году. Долучиться до акции порадовать кожного можно до 10 студеня. Махчима, менавіта вы станете таемным чаровником для маленьких сердцев. Алеся Иванова, Сергей Курков, СТВ.